Здравствуйте, меня зовут Андрей Савицкий, я основатель дизайнерского бренда My Determination, призера конкурса Euro Fashion Union в рамках Миланской недели моды. Это мой канал, на котором я хочу ломать стереотипы касательно моды, стиля и других вещей. И начну я с ваших любимых блогеров, селебрити, лидеров мнений. Ну что, вам интересно? Тогда поехали! Так, фудблогер, Лиза Гацко. Интересно, кто такие фудблогеры и с чем их едят. Здравствуйте, друзья, еще раз. Сегодня я договорился с фудблогершей Лизой Гацко. Мы пойдем непосредственно с ней в ресторан, посмотрим, как она работает и вообще познакомимся. Ну а в итоге разберем ее гардероб. Так, хлопнула, еда появилась. Мы непосредственно погружаемся в атмосферу работы нашего прекрасного фудблогера. Давай за это выпьем сначала, правильно? Как ты захотела стать фудблогером? Как пришла к тебе эта идея? Я думаю, что это всех интересует. Ты знаешь, я просто сидела в одном заведении, завтракала с подружками. Это было через дорогу от моего дома. Угу. Такое милое кафешко, уютное, маленькое, знаешь, на человек 10-15, не больше. И мой знакомый пишет: слушай, это моих друзей, типа, заведения, скажи свое мнение и так далее. И мне пришла, возникла такая мысль написать обзор. Естественно, я писала и думаю, а почему бы и нет, собственно? Я бываю каждый день в разных заведениях, и бывает еще по несколько раз. И так родилась, мы так сидели еще смеялись, так, какой хэштег? Лиза Гацко рекомендует, Лиза Гацко рекомендует. В общем, сошлись мы на Лиза Гацко рекомендует, и потом просто ходила по ресторанам, заказывала, писала об обслуживании, там, грубо говоря, там, обо всем. И с точки зрения именно потребителя. Я фотографирую и снимаю на видео, как выглядит блюдо. Я человеку показываю, за что он платит. Как это выглядит? Потому что курица с рисом, да, курица с рисом, куриная грудка с рисом. Как это выглядит? Что это? Почему? Большинство людей любят глазами. Я лично дикий эстет. Я люблю эстетику, я люблю, чтобы это выглядело красиво. Для меня вот эти чернила каракатицы, которые сейчас у меня в тарелке, они для меня играют большую роль. Первый обзор был летом прошлого года, вот где-то, ну вот, почти в принципе, год, да. За твою годовщину и погружаемся в твой мир, да, я готов. Да, будем начинать пробовать, честно. Ты, насколько я знаю, ты мясо не ешь, верно? Да, ты меня... Поставила в тупик, но ты видишь, я заказала вот салаты с морепродуктами, креветки тут вот. Ты же ешь морепродукты? Да, морских гадов мы любим, я тоже безумно люблю. Ну что, давай пробовать. Начну тартар, а ты морепродукты, салат. Будем делиться впечатлениями. Хорошо. Да? Я очень люблю сырое мясо. Дала бы тебе попробовать, но, к сожалению. Так и начну снова есть мясо. Как тебе? Вкусно, очень вкусно. Сочетание фруктов, морепродуктов. Это я чувствую, это сытно. Это... Где оно сытно? Ну, сытно это фрукты, зелень, это же все равно углеводы. Если мы о еде, если мы о том, как это вкусно, мы иногда можем забывать о том, как правильно, как неправильно. Все интересуются, ну, ты фудблогер, кушаешь, как ты держишь форму? Давно ли ты в спорте? Ну, секрет, может, какой-то есть. И... Девочкам особенно, наверное, это интересно. Да мне интересно, я постоянно смотрю твои сторис и, боже, как? Все люди уверены, вот я прихожу в ресторан, я, как правило, показываю 5-6 блюд в среднем. Почему-то все считают, что я все это съедаю. Да. Я не сумасшедшая, я не ведьма, я поправляюсь точно так же, как и остальные люди. То есть ты не съедаешь все? Вот это главный секрет. Да, и, конечно же, спортзал, 2 года в спорте, йога, стрейчинг и массажи. Я больше хочу рассказать, я пробую, я дегустирую в первую очередь. Я не объедаюсь, я прихожу продегустировать, понять, хорошо, плохо, классно, где-то меньше соуса, где-то больше соуса. И ты знаешь, вот мне часто спрашивают, почему ты не пишешь плохие рекомендации, почему у тебя все так сказочно, красиво, всегда хорошо. Я просто говорю, вот так было бы лучше, сделайте лучше так. И ко мне прислушиваются, мне очень приятно это, поэтому я всегда рассказываю людям, как это есть. Иногда уточняю, что что-то было не так, но мне обещали исправить.
Сейчас мы разберем гардероб Лизы Гацко, нашей красавицы, фудблогера и просто приятного человека. И посмотрим, что она скрывает в шкафу в прямом и переносном смысле. Скелетов. Скелетов я там скрываю. И это мы делаем для того, чтобы понять ее предпочтения в одежде и придумать тот образ, который ее впечатлит, удивит, и от которого она изменит свои стереотипы в плане одежды. Мне интересуют, какие у тебя предпочтения в одежде. Очень я люблю платья. Я очень люблю платья, которые подчеркивают фигуру. Я вижу даже тут платье моего бренда у тебя. Аккуратно, да. Кстати, знакомство с Андреем у нас как раз-таки началось с этого платья. Скажу вам так, когда я пришла его покупать, я ходила по магазинам. Что это было? Это был какой-то фестиваль. Это был, да, в общем, да. Я проходила, я обратила внимание на платье бельевого стиля. Андрей говорит мне, померь. Говорит, ну померь, я тебя прошу. И мой молодой человек, да, говорит, оно. Я думаю, мы его покажем как один из луков. Давай, на день рождения я его надевала. Мы же хотим подобрать тебе то, что ты, ну, чтобы чуть сломать стереотипы у тебя в голове в плане одежды, хотя бы начать. Вот что ты не любишь в одежде? Я никогда, наверное, не носила чего-то слишком вульгарно дерзкого. Хорошо, так, да, будем выкладывать вещи и пойдем так, переодеваться. Давай, хорошо. Итак, мы посмотрели три лука, и у меня созрела идея. Я хочу тебя шокировать. Ты такая у нас аккуратная, нежная, такая элегантная. В общем, мы оденем тебя в бандитку. Такая латиноамериканская бандитка, только современный такой, стрит-стайл, когда... Сейчас лицо моим крупным планом можете снять, пожалуйста? И мы свяжем эту тему с твоим увлечением, с фудблогерством. Ты говоришь, дальше. У меня, знаешь, ладошки потеют, я уже начинаю просто представлять. Я сам уже, честно говоря, нервничаю, потому что мне хочется поскорее приступить. И я, на самом деле, за изменения. Ты готова рискнуть? Ну, почему нет? Правильно. Главное, чтобы вы меня одели. Потому что это пока... Одень и не переживай. Это наша основная функция. Одевать людей, одевать в прекрасное. Хорошо. Так что поехали дальше. Попросила принести нам пиццу 4 сыра. Любишь? Да, обожаю. Андрей, скажи мне, пожалуйста, ты... как приличный человек. Ты ешь руками пиццу или приборами? Вообще приборами, но люблю руками, когда чувствую. Сегодня мы едим руками. Руками, все. Я не спорю. Все едят пиццу руками. Не делайте этого, вот этого вот фатальных этих ошибок. Девочки, на первом свидании показывайте свою сущность сразу. Сама ты готовишь? Да. Конечно. Готовлю, но... не каждый день. Да, с детства. Я к маме подходила, и вот. Мама оладушки, мама том. Я устраивала по утрам. Делаешь оладушки? Поверь мне, так. Сейчас я не делаю оладушки, потому что... Нет, делаю на овсяной муке. Я уже хотел напроситься. Вот знаешь, честно, вот ты говоришь, хотел напроситься, и сейчас, когда я знакомлюсь с молодыми людьми, когда они у меня задают вопрос, умею ли я готовить, я в основном говорю, что я не умею ни готовить, ни гладить, ни убирать. Мама, слепи мне снежку. Нет, серьезно, потому что начинается сразу, а вот я хотел напроситься, а то, а сё. А, ну да, нет, как предлог. Вопрос, который интересует сильную половину твоих подписчиков, наверное. Есть ли у них шанс? Свободна ли Елизавета сейчас? Ты знаешь, почему-то всех моих подписчиков постоянно этот вопрос интересует. Ну, личная жизнь, она всегда интересна. И даже когда я была в отношениях, я либо не отвечала на этот вопрос, иногда мой молодой человек даже злился на меня, такой, мол, ты скрываешь, еще что-то. Нет, скорее оберегаю. Не показываешь. Да, сейчас я какое-то время уже нахожусь не в отношениях, много ухаживают, и мне подруги иногда просто сидят и говорят, ну, почему? Вот, ну он же, ну вот такой вот классный, почему?
пока что я просто занимаюсь собой. Хочется реализоваться настолько, чтобы я могла потом смогла уделять время какой-то своей, наверное, маленькой семье, которая будет уже двигаться в направлении будущего, детей и семьи. А сейчас я пока развиваюсь и развиваю себя, а не вкладываю в свою маленькую семью. Здорово. Хочу как-то так. Какие качества ты ценишь в мужчинах? Мне однажды один очень мудрый мужчина сказал, и я запомнила это на всю жизнь. Когда ты выбираешь мужчину, с которым ты хочешь строить жизнь, да, нужно выбирать по трем аспектам. Первый аспект – это посмотреть на него в состоянии конкретного алкогольного опьянения, как он себя будет вести. Это так что... по-жизненному. Да, да, это правда, это откровенно. Второе – это почувствовать, как ты себя ощущаешь в его компании. Почему? Потому что ты – это твои пять самых близких людей, которые тебя окружают. Но обычно женщина, она отражает своего мужчину. Естественно. Да. Поэтому, если ты себя некомфортно чувствуешь в его компании, то прости. И третье, конечно же, это интимный план, это то, что вас будет связывать всю жизнь. Что я что-то... Мне уже больше 18. Можно об этом говорить? Да, да, да. Но лично для меня самое важное, чтобы мой мужчина от меня был без ума, и он меня любил очень сильно. Вот даже чтобы я чувствовала, что, наверное, есть еще вот эта маленькая доля, где я могу повыпендриваться, где я могу... Это же девочка. Там что-то где-то там говорить не то или еще что-то. Главное, чтобы мужчина меня любил. И только в тот момент, когда я буду чувствовать, что мужчина во мне растворяется, что он меня безумно любит, только тогда я смогу себе разрешить влюбиться в него. Иначе никак, я просто вот, это где-то вот изнутри идет. Я почему не понимаю. Да, это должно зажечь и гореть таким пламенем. Лиза, хочу представить тебе нашего главного дизайнера, нашего бренда, Евгения. Добрый день. Да, мне тоже очень приятно. Евгения уже приготовила для тебя пару эскизов, набросков твоего образа. Вот мы сделали это в таком стилистике спортивного костюма, получается, но мы внесли туда нотки твоего стиля, потому что, к примеру, ты у нас фудблогер, на спине у тебя надпись «Фудмафия». Супер. И на ножку мы нанесли рядом с ленточкой твой хэштег «Лиза Гетско Recommended». То, что твоя фирменная фишка, класс, твой почерк. Я хочу увидеть. Да, ткани... Значит, нам надо снять мерочки? Да, точно, ты права абсолютно. Все, тогда Евгений сейчас снимет с тебя мерки, и мы будем приступать. Давай. Творить. Я за. Пицца. Пицца, это, да. Это пицца. Пицца. Нет, я просила тебя руками. Не трогай, положи их. Видите? Пробуем. Как? Вкусно. И для меня вот важно, это вот какую горгонзолу добавляют, потому что вот эта плесень, она все равно дает какой-то послевкусие. Послевкусие, конечно, да. Вот это вот. Здесь, ну, мне очень нравится. Если бы я выбирала вино под эту пиццу, уже я просто старалась выбрать очень максимально простое, подходящее под все вино, но сюда бы нужно было бы выбрать какое-то более сложное, с третичными ароматами, что-то. Потому что вот эти сыры, выдержанные сыры, вот эти такие нотки, которые... Она не легкая, эта пицца. Она сложная. И точно такое же сложное вино бы подошло сюда. Какие книги? Вот ты любишь читать вообще? Какие книги на тебя повлияли? Абсолютно потому что... ненавижу. Только по той причине, что я сажусь, я неусидчивая. Мне где-то в одном месте шило, которое мне не дает, и я... Да. Да-да-да. Мне сложно, это просто усидчивость, это сложно. Но всегда есть аудиокниги. Это гораздо проще. Это когда ты в зале тренируешься, ты вместо музыки слушаешь. Бывают, конечно, такие дни, когда хочется немного отдыхать, хочется полежать, но я не могу долго это делать. Я не могу, я даже когда просыпаюсь, и я знаю, что у меня реальность, у меня полностью свободный день,
У меня нет такого. Я пошла, побегала, я поехала потом в спортзал, я потом поехала на укладку, потом я поехала с кем-то встретилась, потом я написала себе список, что мне нужно поделать по дому, я поехала в супермаркет туда-сюда. Это свободный день, но он наполнен делами, какими-то просто второстепенными, которые я не ставлю в приоритет. Я не могу сидеть на месте. А по поводу книги. Я люблю психологию. Я очень люблю психологию, потому что книжки для саморазвития, я считаю, что не существует мотивации, если твоя мотивация — это не ты сам. Моя мотивация по жизни — это завтра быть лучше, чем я есть сегодня. Это важно. Стать лучшей версией себя. Да, есть, кстати, такая книга, я ее тоже читала. Это там «Высокоэффективный я», их миллион. Но твоя мотивация — это ты. Когда ты смотришь, каким ты хочешь быть, и к этому стремишься, когда ты вот каждый день лучше и лучше и лучше, и нельзя останавливаться просто. А какая книга поменяла? Это мне было лет 19, наверное. Я прочитала книгу Алана Барбара Пис. Называется «Почему мужчины хотят секса, а женщины любви». Ну, это обычный маркетинг. Это заинтересовать читателя, ничего больше. Там говорится о том, как строятся отношения между мужчиной и женщиной. И как мужчине понимать женщину, как женщина понимает мужчину, почему так, а почему так. Почему, когда ему 23, он хочет только заниматься сексом, а почему, когда ей 23, она хочет лежать смотреть фильмы, он думает только об этом, а когда ей становится 27-30, она хочет только заниматься сексом, а он уже хочет лежать и смотреть фильмы. Учитывая тот факт, что это семейная пара, и они на личном опыте все это обсуждают, все это говорят, все это рассказывают. Это круто для людей, которые не понимают, почему так. И я всегда девочкам молодым, которые мне говорят, что бы ты посоветовала, я всегда говорю вот это. За тобой смотрят уже много девушек, я читал комментарии. Мне очень нравятся твои посылы, то, что ты делаешь, как ты подходишь к этому. Давай за тебя, потому что спасибо, ты большая умничка, это успехов тебе. И развивайся, радуй нас новыми обзорами. Вообще, радуй своей жизни, улыбкой своей счастливой. Взаимно. Спасибо большое, Андрей. Сейчас нашу героиню красят. Лиза не хотела дерзкий мейкап. Он для этого образа необходим, но мы все равно его сделаем. Давайте посмотрим. Как у вас дела? Хорошо. Все в порядке? Да, пока что да. Я уже ее боюсь. Меня? Да. Если будет некрасиво, вот эти вот. Боже, у нас есть бита. Где-то. Так вот, спасибо тебе большое, что ты доверил это мне. Мне очень было приятно, когда ты мне все это рассказал. Я даже до конца, наверное, не осознавала, что так оно сложится. Спасибо тебе. Спасибо. Ой.
Закончили! А теперь к тартару. Я сейчас такая подбегаю. Хорош. Хорош. Не, ты дурак, что ли? Пиццу он убирает. Я в себя ее уберу. Еда. Я так ее люблю. Я вот прям вот, я так прям... Очень. 4 сыра, хоть 3 сыра, хоть 7. Обожаю.